Всем здорово, дорогие друзья, с вами Даласка. Вновь мы на арабском регионе, и под последним видосом, где я оценивал топ 100 задротов рейтинга, я спрашивал, интересно ли вам будет, если я буду оценивать уровень боевого мастерства арабов по оружию. И сейчас расскажу, как все это будет происходить. Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита. Погнали! За каждый один такой видосик, за каждую одну такую ее часть мы будем оценивать по 80 сетов. Получается, у них есть вот такое вот боевое мастерство, где можно выбрать абсолютно любую страну. Почему тут только Арабские Эмираты? Что-то я не понял. Странно. А, регион? Вот, получается, можно выбрать очень много стран. Я все-таки изначально поставлю Объединенные Арабские Эмираты. И по автоматам, винтовкам тут можно оценивать все по бесконечности. Я решил заделать вот такой вот списочек. В каждом видео мы будем оценивать два оружия. Соответственно, чтобы не оценивать все, я выбрал самые популярные, чтобы как можно больше стран оценить. Соответственно, это будет Скар, Калаш, Юмп и МП5, Дигл и двустволка, АЦ-шка и АВМ. Я еще думал заделать М-ку и XM, но уже посмотрим, как вы думаете, стоит ли оценивать М-ку и XM-ку. Мы начинаем. Получается, выбираем Арабские Эмираты, выбираем автоматы, выбираем Скар. И, в принципе, тут уже все сетики есть, и все это быстренько будем оценивать. Первый сетик вот такой вот, к сожалению, покрутить, повертеть его нельзя. Ну, ему поставим, давайте, 7 из 10. Дальше, получается, вот такой вот сетик, ему 8 из 10, потому что, как по мне, шляпу и масочку нужно поменять. Дальше, вот такой вот сетик, тут кстати, вот тут уже... Нет, все-таки 8 из 10, я хотел поставить 9 из 10, но все-таки 8, потому что бандана и кросс лучше бело-красная, либо же черно-красная. Этому сету 9 из 10, потому что масочку нужно поменять. Потом этот упажнец, дальше вот такой вот женский сетик, я бы шортики поменял, и было бы замечательно, 9 из 10. Дальше идет вот такой вот сетик, это прям 6 из 10, потому что шорты, обувь тоже непонятная. Дальше вот такой вот сетик, ну давайте 2 из 10. Дальше вот такой замечательный сет, ему спокойно, с кайфом ставим 10 из 10. Дальше вот такой сетик, можно в принципе и десяточку поставить, да, бандана не сильно в тему, но тоже пойдет. Дальше вот такой вот сетик, ему 5 из 10. Потом вот такой вот сет, ну давайте... Ох, тоже 5 из 10. Видите, как быстро тут все оценивается. Прошла буквально, ну, минута, может быть, 2, и уже 13 место. Этому сету 10 из 10 можно поставить смело. Хотя можно и 9 точку, потому что кроссы можно сюда и получше подобрать. Вот этому сету уже 10 из 10 с кайфом. Дальше вот такой вот сет, тут обувь нужно поменять, и все, давайте 9 из 10. Дальше, ну тут 5 из 10, потому что штаны такое себе, обувь тоже можно лучше подобрать, ну и масочка тоже такое себе. Вот этому сету 10 из 10 можно поставить, все замечательно смотрится. Ему вот тут шляпа и масочка рука смотрится вообще замечательно. А, это не масочка рука, это красная. Тогда 9 из 10. Этому сету 9 из 10, потому что водолазочку лучше черную. Дальше ему 9 из 10, потому что штанишки можно лучше подобрать. Дальше давайте 7 из 10, потому что масочка такое себе, и штанишки тоже не подходят.
А дальше тут торс, штаны с одного и того же набора, бандана такой себе, ну давайте 6 из 10. Дальше вот такой вот сетик, если бы не обувь, было бы лучше, 9 из 10. Дальше вот такой вот сетик, ну давайте, ну 4 из 10. А, вот такой вот сет, 8 из 10, потому что кроссы есть лучше под это сочетание, и голова тоже такое себе. Дальше этому сету 8 из 10, потому что сланцы в цвет шмоток всех. Этому сету 9 из 10, потому что кроссы есть... Короче, кроссы есть лучше, поэтому 9 из 10. Дальше, вот такой вот сетик. Сюда бы синие штаны ангела, и было бы лучше. Ну, давайте 9 из 10. Дальше, ну нужны черные штанишки, либо же какой-нибудь другой торс под это все. Ну, давайте 7 из 10. Дальше, торс нужен коричневый и кроссы белые. Было бы замечательно. Ну, давайте 7 из 10. Дальше вот такой вот сетик, тут только штанишки поменять, но опять же к этому торсу хрен ты что подберешь, ну давайте 8 из 10. Дальше вот такой вот сетик, кроссы как минимум нужно поменять, и штанишки в идеале, ну давайте 7 из 10. Дальше вот такой вот сетик, ну сколько ему поставим, ну давайте 2 из 10. Дальше вот такой вот сет. Сланцы, конечно, в цвет общего сета, но кепочка все портит. 7 из 10. Вот такой вот сетик. Тут десяточка смело. Все замечательно. Да, кроссы красные, либо же бело-красные смотрелись бы лучше, но астро сюда тоже подходит. Дальше вот такой вот сетик. Чисто пацанчик катает за Тимурчика. Ну, давайте 8 из 10. Дальше вот такой вот сет, все идеально, 10 из 10. Дальше вот такой вот сетик. Ну, тут как... Ну, давайте на 6 из 10. Мне что-то не заходит плащ с этими штанами. Дальше вот такой вот сетик. Ну, 9 из 10 поставить можно. Да. И последний сетик на скарах. Вот такой вот у него. Ну, давайте... Сколько поставим? Ну, давайте 5 из 10. Дальше у нас идет коллаж. Я посмотрю, сколько по времени будет длиться это видео, потому что можно заделать такое, что даже по 3 оружия оценивать, а не по 2, чтобы видео длилось, как обычно, 15 плюс минут. Потому что я думаю, что это видео выйдет минут на 10, даже если не меньше. Это пробное видео, поэтому пишите ваши комментарии, ваше мнение по этому поводу. Такой сет мы уже вроде бы видели, у него он есть в топе на скарах. Ну, сколько поставим? Ну, давайте также 9 из 10, естественно. Дальше вот такой вот сетик. Мне масочка только не нравится, и штанишки можно получше подобрать. 8 из 10. Дальше вот такой вот сетик, сланцы и носочки мы не оцениваем. Дальше вот кроссы вообще капец как все портят, 8 из 10. Дальше вот такой вот сетик, ну давайте 6 из... Нет, какой 6? 5 из 10. Дальше обувь, такое себе, 9 из 10. Балерина, вот такой вот сетик, мне нравится, я хочу ему поставить 10 из 10. Вот такой вот сетик, десяточку тоже заслуживает, очень прикольно прическа подобрана под этот сет. Дальше ему тоже десяточку можно поставить, и все симпатично сочетается. Тут тупожнец, дальше вот такой вот сетик. Блин, я не помню, я по-моему 8 ему поставил, он был в топах в скаре. Дальше вот такой вот сетик, ну тут давайте 5 из 10. Дальше вот такой вот сетик, шлем мастера капец какой лишний, кроссы такое себе, 7 из 10. Дальше вот такой вот сетик, штанишки белые можно сюда, которые с пропуска за второй уровень прокачки костюма. И кроссы тоже можно подобрать. Ну давайте 6 из 10.
Вот такой вот сетик, масочка капец какая, я лишняя, прическа слишком огромная, 8 из 10. Дальше, вроде бы он уже был, я ему поставил 9 из 10, потому что кроссы лучше бы черно-красные, я от своего мнения не откажусь. Хотя белые тоже интересно смотрятся. Тут опять же 9 из 10, потому что кроссы лучше бы, ну, лучше бы как кроссы, а не вот это все. А потом получается вот такой вот сетик. Ну, тут смело 7 из 10. Да, сланцы в цвет сета, но зеленая линза такое себе. Дальше вот такой вот сетик. Ну, нету красивых черных кроссовок в игре. Есть только черно-красные, но они прямо какие-то миниатюрные. Поэтому я бы ему десяточку поставил. Дальше вот такой вот сетик. Прикольный, интересный, но желтые шортики сюда смотрелись бы лучше. Кстати, у него вот эта повязочка на глаза, такой у нас вроде бы еще нету. Ну, давайте 8 из 10. Ему 10 из 10 спокойно. Дальше 7 из 10. Нет, даже 6 из 10, потому что бандана вообще не в тему. Ну, давайте 1 из 10. Вот этот симпатичный, только масочка не в тему. 9 из 10. Дальше. Ну, тут 8 из 10, потому что сланцы и бриджи. Вот этому уже прям с кайфом 10 из 10. Все идеально, особенно синяя причесочка, а также синие кроссы. Дальше вот такой вот сетик. Без доната, как я вижу, без особого. Ну, давайте 8 из 10, потому что кроссы и панамочка такое себе. Фиолетовый клоун, вот такой вот сетик. 8 из 10, потому что кроссы такое себе. Замечательно, великолепно, современно, вау, что еще скажу, смело 10 из 10. Дальше, к этим штанам есть просто офигительные торсы, черная футболочка такое себе, ну давайте 6 из 10. Дальше, 7 из 10 только из-за сланцев. Потом уже оценивали его, тоже 10 из 10. Вот такой вот сетик, 7 из 10 только из-за сланцев, а так все красиво подобрано. 9 из 10, потому что кроссы можно получше подобрать. А тут я бы даже и десяточку поставил, я не знаю как... Прикольно, ну вообще я не сильно шарю за женские сеты, поэтому давайте 10 из 10. Дальше вот такой вот сетик, в принципе шортики в какой-то степени даже подходят, но все равно 9 из 10, я бы прям что-то поменял. Вот такой вот сетик, тут кроссы капец какие лишние, поэтому 9 из 10. И последний на сегодня, сланцы и носочки. В общем, обязательно пишите в комментариях ваше мнение по поводу этой рубрики. Я посмотрю по времени примерно, сколько я оценивал эти 80 сетов. Так что я думаю, что оружие увеличу на одно. И будем оценивать по 3 оружия сразу же в одном видео. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. И да пребудет с вами скилл.